Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я сегодня в Ельце, приехал ремонтировать свою квартиру, ну и решил заглянуть в антикварный магазин. Давно здесь не был, город старый, городу 800 лет, периодически здесь в антиквариате появляются классные вещи. В общем, пойдемте посмотрим, там много советских вещей, покажу, расскажу, что сколько стоит. Вдруг будет интересно, погнали. Магазин находится в самом центре, вот, собственно, главный собор, антиквар и на втором этаже старинного домика. Есть интересный момент, они не только продают, но и покупают вещи, и у меня есть старая квартира, я периодически сюда что-то приношу. Тем более, ну, очень удобно, у меня всегда есть на связи WhatsApp, собственно, хозяин антикварной лавки, я когда что-то нашел интересное, я ему скидываю фотку, он мне говорит: о, приноси, столько стоит. Ну, тут уже начинаются интересные вещи, видите, иконы, книжки, ну, это пузырьки прямо от тройного одеколона. Детская кроватка. 1000 рублей вот деревянная кровать стоит. Чемоданы, всякая мебель. Так, сам магазин. Это две комнаты. Одна с витринами. И вторая вот так вот все. Просто лежит на полках. Ну, начнем, наверное, осмотр отсюда. Мне всегда интересны советские игрушки. Ну, потому что ностальгии. Вот видите, пупсики. 50-50. 30 рублей, 100, хотя они на самом деле одинаковые, не знаю, в чем разница. Машинка, 150 рублей. Но здесь перемешка, здесь вот из 90-х, вот всякие Снупи, современные есть советские. 150 рублей, мне кажется, у меня у сестры такая была. Так, тут всякая ткань, это не очень интересно. Вот 1300. Это машинка ЛТЗ, Липецкий тракторный завод. Это у нас в городе делали. Сейчас такие достаточно дорогие, но их редко можно найти. Они умирали, доживали свое последнее время на песочницах. 500 рублей. Маленькая гитарка. У кого была такая, пишите в комментариях. Так, здесь ну, картина вот 150, 400 рама. Ну, как-то так. Посудка. Посудка, не знаю, мне не очень нравится. Мне когда с женой сюда приходим, она обычно рассматривает посуду. Вот это я вообще не знаю, что это такое. Что-то стоит 150 рублей. Так, говорят, в последнее время принесли много фото-видеоаппаратуры. Я в ней совершенно ничего не понимаю. Вот. Что это такое? А сколько что стоит? Тут ценников нет пока? А, 150 рублей, вот он. Это 2000. Это вообще непонятная история. Такие вот штуки. Смотрим здесь. Утюги. 1300, 1300. Но это восстановленные. Постарше. За 1000. В общем, утюги на самом деле штука не очень дорогая. Много фотоаппаратов. Тоже, да, много у кого фотоаппарата дома. Думаю, что это большая ценность. Ну вот, 800. Это зоркий 250 FET. Зоркий 1000. Ну, тоже не очень дорого на самом деле. Опять же, посудка. Пузыречки. Пузыречки по 50 рублей. Вот. Ну, тут прям советские. Ну, вот. Классический тройной одеколон. Здесь постарше. Здесь вот, видимо, век 19. Это чернильные. Пузыречки забавно. Это вот, наверное, из подводки. Хотя не уверен. Ну, так. А, ну и классика. Советского лечения. Баночки. У меня такие тоже там валяются. Тут жестяночки. А, вот от чего это. Это ликер. Смотрите, какой прикольный. Тоже 100 рублей. Ну, банки, понятно. Вот, класс. Мечта советской девочки. 2800 и 1000. Ну, кстати, они работают. Можно починить, реально будет шить. Опять игрушечки. Кроватка кайфовая, да? Зачем только она, непонятно. Ну, есть только какую-нибудь коллекцию. 500 рублей большая кукла. У меня у мамы до сих пор какая-то такая. За свадьбу осталась. Вот снова посуда. Икона. 10 тысяч икона вот такая стоит. Так. Ну, это содержание советского серванта. Что еще? А, давайте вот сюда зайдем. Здесь стереоаппаратура. 1500. Вега.
Ронда 1200. Надо купить себе какой-нибудь вот такой проигрыватель, слушать пластинки. Кстати, по поводу... А, сейчас до пластинок дойдем. Тут вот старинные часы 1000. Только они что-то без циферблатов. Странно. Так, пойдемте покажу, сколько стоят пластинки. Пластинки по 30 рублей. Эстрада. Тут тоже по 30. Здесь маленькие. Диски. Пластинки дорогие, когда какой-нибудь Beatles или что-то в этом роде. Здесь какая-то попса. А где подороже? А это просто постарше они, да? А, 350. Ага. Тут на самом деле вот на полках подороже вещи и поинтереснее. Монетки. Видите, сколько стоит? Советские монетки. По 50, по 100 рублей. Многие тоже думают, да, у меня советская монетка, это, наверное, дорого. Ага. Как бы не так. Денежки 250. Так. Тут тоже советский сервант. Ну, не только советский, тут вот есть дореволюционный. Вот 3500. Вилка-ножик. Это моллюск 1300. Здесь значки. Я один раз приехал в Елец, в этот магазин, и купил вообще все значки, которые у них есть. Поэтому у меня сейчас есть пару тысяч значков. Кому надо, пишите. Валяются в банке. Машинки для стрижки 400-300. Зажимы для волос, бритвы. Прикольно. Всякая мелочуха. Здесь тут еще иногда ножики бывают раскладные. Я в тот раз себе тоже купил. Вот такой, друзья, краткий обзорчик магазина. Кстати, интересное дело. Ребята на меня подписаны, сейчас узнали. Говорят, давай Миклуху Макфлайвер, давай, Миклуху, снимай все вообще. Все самое интересное, к ним приезжают люди реально из Москвы и реально по моим видосам. Представляете, как круто вообще. Вот что, не знаю. Я думаю, меня вообще никто не смотрит, и всем все равно. Так что, друзья, у меня крутой канал. Я вон людям кассу в магазине делаю. Подписывайтесь, приезжайте в Елец. Пишите в комментариях что-нибудь. Пока-пока.